А-а-а-а, ты где? И сюда! И сюда! Сюда быстро! Стопэ, 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 аномалия. Аномалия! Аномалия тут! Задолбали аномалия. Чё как? А? Чё как? Я нервный, не держи меня на мушке. Я когда выпью, я буйный. Да, понятно. Неразговорчивые чуваки какие-то. Иди нахер. Обычный автобус. И все как обычно. Кто спорит о чем-то? Кто просто сидит? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Тень Чернобыля. Мы продолжаем с вами проходить Сталкер. Итак, мы, короче, с вами вернулись к Сидоровичу, взяли у него спецзадание, вот, и пошли, короче, у нас, как обычно, начинается серия с мелодий на гитаре, вот. Вот, мы пошли, короче, искать тайнички. Да, тайники взяли, короче, дофига патронов. Спасибо вам за подсказочку, дофига патронов для гадюки. Но гром мы так и не купили, потому что Сидорович его кому-то продал по ходу дела. Вот, и он сраный барыга. Ну, я думаю, если у Сидоровича не появится гром, то мы с вами, надеюсь, когда долговцы нас пропустят себе, возможно, там у них есть еще тоже торгаш, наверное, какой-нибудь. Я думаю, в каждой, ну, локации какой-то торгаш есть. Вот. И посмотрим там, может, там какое-нибудь оружие есть и купим. А пока копим, короче, деньги. Вот. Копим деньги. Еще мы с вами... Мы с вами, короче, узнали, что где-то есть, короче, тайник стрелка. Вот, тоже надо бы туда отправиться и посмотреть, что там такое. Там какие-то ценные документы, вот. Так, крест у лагеря бандюков. Возле лагеря бандитов под крестом я спрятал хабар. Окей. Направляемся туда. Направляемся туда. Так, я думаю, наверное, выбрать ружье, потому что здесь у нас мутанты всякие блуждают. А автомат мы будем тратить чисто на людей, на этих, на бандюков, там, на военных. Да, спецзадание заключается в том, что нужно украсть какие-то... Так, где псина? Где псина? Где ты тявкаешь? Вот, спецзадание заключается в том, что нам нужно... А чё я устал? Погоди, а чё я устал? Да ладно, я перегружен. А чем я перегружен так? Странно. Странно, чем я так перегружен. Так, почему у меня опять не выбрано... Не выбран артефакт. Вот. Заключается в том, что нужно украсть какие-то документы у военных. Но, блин, с военными это жесть. Я почему-то не готов пока с военными воевать. Это жестоко. Я думаю, это будет вообще дичь просто полная. Так, окей. Что здесь у нас? Здесь у нас артефакт. Артефакт. Угу. Хорошо. Всего лишь артефакт. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше есть из... Так, спрятал товар под самой крышей, а домик возле моста. А, в домике возле моста. Окей, пойдем туда. Я как раз в ту сторону, да, направляюсь? Вот туда мне надо. Вон, я вижу крышу этого домика, значит, нам туда. Окей. Погнали. Блин, я так резко, короче, выдыхаюсь, просто жесть.
Просто жесть. Мне надо что-то сожрать, наверное. Бляха, чем я таким, короче, переполнен, что пипец. Друзья, напишите в комментариях, есть ли здесь возможность как-то увеличить грузоподъемность свою. Потому что, блин, 50 килограмм это мало. 50 килограмм это очень-очень мало. Так, по мне стреляют, окей. Хорош, хорош, я мимо прохожу, ёпта. Я мимо прохожу, чего вы пристали-то? Я не суюсь к вам туда на территорию. Так, где-то здесь. Вы, кстати, говорили, да, что здесь что-то есть. Так. Бляха, бежит сюда, да? Кряхтит. Где-то недалеко. Ну окей, падла. Давай. А-а-а! Ладно. Бляха, если я туда... Ну пипец, вот это я попал, а? Если я туда упаду, там меня разнесет, короче, аномалия. О-хо-хо-хо! Ни хрена! Вот это дичь. Вот это дичь. Это вояки. Жесть. Ну-ка. Ты где? Есть. Минус один, короче. И... Там, наверное, гранату может кинуть. Да где граната-то у меня? Где, мать его, граната? Так. Болт. Ха. А где граната? Он, может, уйти успел, пока мы делились. Погоди, а где у меня граната? Так. Бинокль. По идее, четверка, наверное, граната. Это болт. Что за дичь? Бинокль. Опа. А как мне гранату выбрать? Погоди. Может сюда? Может сюда? Может сюда? В смысле, а почему я гранаты не могу пользоваться? Что за дичь? Бляха, пока тут, короче, ковырялся с гранатой, то и они разбежались. Ну ладно, хрен с ними. Так, окей, здесь где-то у нас есть тайник. Где-то тайник, короче, надо почитать. Да почитай ты уже. А-а-а! Твою мать, почему все так криво? Почему я не могу прочитать? Так. Мне хотя бы знать, где она находится, где этот тайник находится. Либо наверху где-то, либо... Скорее всего, наверху. Мне кажется, наверху где-то. Перезарядиться. Так. Тайничок. Мой ты тайничок. Тайничок. Мой ты тайничок. Так, здесь нихера нет. Я не вижу. Значит, где-то внизу. Где-то внизу, надо внизу где-то заходить, короче. И будет тайник. Опа, смотри, артефакт. Мне бы его как-то взять. Так, сейчас мы его
Но! И как мне его подобрать? Погоди. Оп! Хорошо, красавчик. Красавчик! Так, окей, а где у нас тут тайник? Мне бы как-нибудь прочитать вот. О! Спрятал товар под самой крышей в домике возле моста. Под самой крышей. Угу. Значит, все-таки наверху. Значит, все-таки наверху. Окей. Под самой крышей, говорит. Бляха. Ну давай ты, чё такой хиляк-то, ёпта? А, боже ты мой. Под самой крышей, короче, наверх. Короче, всё-таки наверх. А, возможно, вон там. Наверное. Только как туда забраться? Вон туда. И какая-то лестница, может, есть? О! Досочки наверх. Хорошо. Шикардос. Под самой крышей, говорит. Под самой, мать его, крышей. Так, стопэ. Опять по мне стреляют? Мне туда не залезть. Под самой крышей. Что за дичь? Почему этот сраный тайник такой сложный? О, хорошо, нашел. И все. Радиация минус 10, кровотечение плюс 100%. Ни хрена себе. Будет на 100%, короче, кровоточить меня. Результат взаимодействия аномалии, понятно. Это нафиг. О-хо! Упыри, а? Вот упыри. Так, где у нас следующий ближайший тайник? Ближайший тайник вот здесь. Нужно пройти под крестом. Когда мы с братками отбивались от собак и в погонях, я закрыл какое-то добро под крестом. Пусть полежит. Окей. Надо пройти через железные пути. Хорошо. Так. Паркурим. Бляха. Вояки ссаные. Оружие заклинило. Так. Где еще? Да что тебя клинит-то, ёпта? Но! Но! Умирать будем сегодня, нет? Умирать сегодня будем, нет? Так, хорошо. Хорошо. Интересно, они... Я вот если сейчас их всех перебью, короче, они появятся снова? Да умирай ты, ёпта! Что такие живучие-то, падлы? Хорошо. Так, у них по-любому какое-то добро есть. Хорошо.
Блин, вот так быстро патроны кончатся. Так реально быстро патроны кончатся. Они не умирают, нифига. Окей, F5. Но в любом случае они не с тем связались, короче. Хорошо. Трупики я потом обыщу. Сначала, короче, надо... Говнюк. Ты где? Вот и все. Вот и все. Окей, давай-ка порыскаем, короче, трупиков. У них по-любому что-то интересное должно быть. Так. Хорошо, хорошо. Патроны от автомата, который у нас заныкан. Опа. Смотри, пистолет. Экспериментальный прототип пистолета Фора. Так, стопэ. Удобность, скорострельность. Ну, он, смотри, он чуточку, совсем чуточку, короче, покруче, чем наш. Наверное, возьмем. Вот. Всяко лучше. Я думаю, здесь малейшее, короче, улучшенное... Ну, малейшее улучшение для той же брони, для оружия будет заметно. Так, где еще? Где-то еще труп должен быть. По-моему, здесь у дерева. Угу. Бляха. Так. Нафиг. Нафиг этот пеколь. Ну-ка, давай-ка блокпост проверим. Ну-ка, давай-ка, сейчас я тебя проверю. Я посмотрим, что у вас тут. Угу. Я надеюсь, что они здесь не появятся. Патроны. И все? И это все? Да, не густо. Не густо, Микансион. Так, где там? Хорошо. Бандитский склад. Короче, снова какие-то тайники там пооткрывались. Смотри, опять тайник. Принести заказчику обещанное. В смысле? Так, ладно, окей, перехваченный бандитами груз. Ну ладно, мы возвращаться не будем, короче, мы все равно будем туда-сюда бегать, да? Вот, в эти пока тайники мы возвращаться не будем, поэтому идем как вот шли, по порядочку. И в сторону бара. Потому что так мы с вами будем туда-сюда бегать, вообще, все прохождение. Окей, ну-ка, у нас не переместился этот... Так, артефакты, лунный свет. Вырожденный случай активности аномалии электро. Видимо, такую замечательную округлую форму можно получить, если подвергнуть аномалию термовоздействию. Дорогой артефакт. Окей. Результат взаимодействия аномалии... Ага, это мы читали. Так, ворона. В зоне выжил только один вид птиц. Вороны. Или вороны. Другие пернатые не смогли перенести радиацию и не научились избегать аномалий. Чтобы не погибнуть в лабиринте гравитационных возмущений, военные летчики используют сложные детекторы, а вот секрет воронов скоро сведет с ума орнитологов и биологов. Существует много теорий, объясняющих данный феномен. Впрочем, все они сходятся на том, что причиной чуда является развитый мозг воронов, сумевший выработать сложнейшие рефлексы. Окей. Псевдогигант какой-то. Огромная туша, состоящая из каплеобразного туловища и пары гипертрофированных конечностей. Вот что такое псевдогигант. Руконогие используются данным существом для передвижения и хватания жертвы. Взрослый особь достигает веса в 2 тонны при росте около 2 метров. Внешняя неуклюжесть очень обманчива. Псевдогиганты стремительны в движениях. Их мышцы обладают просто поразительной мощью, а кости в прочности не уступают металлу. Головной мозг защищен толстейшим около 100 миллиметров
черепом. Кроме того, многие сложные функции выполняет спинной мозг. Поразительно также умение псевдогигантов формировать на поверхности Земли локальные ударные волны, поражающие в ограниченном радиусе все живое. Угу. Контролер какой-то. Смотри, на человека похож, да? Редкий мутант, встречающийся близко к центру зоны. Внешне напоминает гуманоида с непропорционально увеличенной головой. Обладает развитым восприятием, а также способностью контролировать поведение менее развитых живых существ. Матерые особи способны брать под контроль даже людей. Ни хрена себе. Это опасный противник, встреча с которым боятся даже самые опытные сталкеры. Ни хрена себе. Не хотел бы я с ним встретиться. Окей, сталкеры-одиночки. Сталкеры, исследующие зону в одиночку. Таких большинство, поскольку членов группировки отбирают драгоценное время, тем самым уменьшая заработок. Кроме того, некоторые просто по натуре своей склонны к одиночеству и независимости. Группировка свободы какая-то еще. Анархисты и сорвиголовы, объявившие себя борцами за свободу на территории зоны, и поэтому постоянно конфликтующие за армейские подразделения военными сталкерами группировкой ДОЛГ. Свободовцы считают, что информацию о происходящем в зоне нельзя скрывать от человечества, таким образом оспаривая монополию правительственных организаций на владение здешних тайнами и чудесами. Окей. Усталость. Если вы бежите либо несете большой вес, вы начинаете уставать. Если вы устали слишком сильно, то вы не сможете ни бегать, ни ходить некоторое время. К счастью, силы быстро восстанавливаются. Стоит только постоять, отдохнуть некоторое время. Окей. Окей. Так, я пока читал, я сбился, короче, с мысли и забыл, что я хотел сделать. Пробраться... Кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда, лесом кличут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил, говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Хм. Интересно. Интересно. Что-то новенькое о стрелке, короче, прикинь. Так, сейчас сходим, короче, к тайнику. А потом пойдем. А, я хотел посмотреть. Так. Габанюха. А-а-а-а, ты где? И сюда. И сюда. Сюда быстро. Аллилуйя. Аллилуйя. Ох ты, подло! Так, ни черта. Ни черта. Окей. А, я хотел посмотреть... погоди. Не передвинулся ли у нас убить сталкера, вот этот чувак? Не, он все находится, короче, там у бара. Я не успею, один час остался, я не успею, так что... Так что, ладно. Так, узнать у лиса о стрелке. Угу. Лис у нас находится недалеко. Окей. Так, давайте сгоняем, короче, к тайнику сначала и пойдем к лису. Он там в домике, наверное, сидит, да? Так, стопе, аномалия. Аномалия тут. Задолбали аномалия. Кто хрустит? Собаченц. Ага. Собаченц. Окей. Блин, столько аномалий кругом, вообще жесть. О. Это чё? Радиация минус 10, выносливость минус 18. Формируется аномалия жаркая. При высоких температурах внешне выглядит как почерневшее калевидное образование с глянцевой поверхностью, покрытое трещинами. Окей. Окей. Бляха, почему я не могу, короче, кидать гранаты? Вот это меня настораживает. Почему так? Эй, народ! Здорово! Чё как? А? Чё как? Я нервный. Не держи меня на мушке. Я когда выпью, я буйный.
Так, ладно. А, не держи меня на мушке, окей. Ты чего пустой? Тоже что ли с этими гавриками под мостом встретился? Вот ведь суки. Меня вообще сейчас чуть не раздели. Хабар им почти весь отдал. А они сидят себе и жируют. Что бандюки, что вояки, это эти на блокпосту. Разницы ноль. Так я их уже закокошил, короче. Так что, проход свободный. Надеюсь, они не появятся. Юрий Коматозник. Ничего, выжить пытаюсь, все дела. Окей, что у тебя тут? 5000. 5000. Так, это мое. Это мне не нужно. Это я тебе продам. Это мне не нужно, это я тебе продам. А это что? И, ну, и это мне тоже не нужно. Ух ты, я здесь еще, смотри. Камень, цветок, радиация плюс тоже не надо. Погоди. Ага, хорошо. Так, медуза, пулестойкость. Так. В принципе, мне тоже не надо. Плюс радиация мне не нужна. Окей. А вот денежки мне нужны. Спасибо, братень. Спасибо, братюнь. Так, привет, Олег Скиф. Да, понятно. Неразговорчивые чуваки какие-то. Иди нахер. Окей. Так. Идем. Лис. Лис тут. Тут лис. Сталкер лис. Выручайте кто-нибудь. Бляха, народ, вы... Вот вы... Вот так и загнешься. Мне на всех, короче, аптечек-то не хватит. Я от кого не встречаю, все, короче... Выручайте! Все лежат... Кто-нибудь! И помирают. На, держи, короче, аптечку. Больше не проси. Спасибо. Так, теперь я тебя внимательно слушаю. Торговец сказал, что у тебя есть информация о стрелке. Из чего это им все в последний заинтересовались? Ну, сказать, что я его лично знал, так совру. Не было такого. Опыт общения, правда, какой есть. Как-то его группа моих ребят обстреляла. Никто не пострадал. Они явно других ждали. Так что дальше. Вот он! Вот он! Вот он! Вот он! Да, стреляй, ну, ёпта. Гудила. Все, одолели тварей. Ага. Так, слышь, приятель, ты меня дважды уже выручила, а я таких вещей не забываю. Вот, возьми. Уж чем богат. 1,5 косаря он мне дал. Окей, спасибо. Блеха, я не прочитал, что он там говорил про стрелка. Так, давай в лагерь, там все слухи узнаешь. Так, это мы читали уже такое. Окей. Погоди. Где-то у меня тут в журнале должно история. Угу. Так. Вот. Никто не пострадал. Так. Никто не пострадал, они явно других ждали. Так что дальше разошлись мирно. Поматерили друг друга через овраг и разошлись. Серый, мой брательник, сейчас в ангаре на свалке. Так. На свалке. Я тебе скину координаты, пообщаешься. Он о стрелке больше знает. На выходе поосторожней, там компашка бандитов обосновалась. Кстати, тут за мной мутанты гнались. И не думаю, что они угомонились. Не поможешь мне их отстрелять? Раз, два, все, дело. Окей. Я уже это сделал. Так, убить стрелка. Окей, задание обновлено. Это мне что, КПК лиса? Серый лису. Один знакомый просил встретить группу сталкеров, раскопавших тайник стрелка. Я буду на свалке, если что, подходи. Окей. Так. А вот это интересно, про стрелка интересно. Я думаю, мы с вами, наверное, спецзадание отложим, оно никуда не денется. И посмотрим, короче, попробуем найти тайник стрелка, да, наверное, скорее всего. Вот. И все-таки интересно, да? Ну, в любом случае, в комментах напишите. В первую очередь, куда лучше сходить. Спецзадание выполнить, либо тайник стрелка найти. Потому что я думаю, что интересно будет поискать тайник стрелка. Так, окей, а что у нас дальше? У нас дальше есть спрятанные вещи. Недалеко от поста скинул рюкзак, надо поскорее забрать, пока командир не перевел нас на другую локацию. Окей.
Идем прямо. В принципе, тоже недалеко. Что ж такой вот стрелок? Видать, наверное, самый такой крутой, наверное, сталкер, наверное, типа легендарный какой-то, да? Стрелок этот. Все так им интересуются, никто про него ничего не знает, как бы он такой скрыт. Это чё, бляха, бандиты? Да, бандиты, значит, да? У меня есть гадюка для таких. Для таких тварей, как они. Нифига там, смотри, поубивато. Так. Ну, опа. Кто ж с автоматом, что ли? Труп? Поход дела. Бляха. Там еще псины эти бегают. Как бы не напали. Хорошо. Еще кто-то есть, нет? Угу. Сейчас поближе подберемся. Да что ты такой? Заклинило еще. Все, сдох. Отлично. Отродье подохло. Так. Сейчас мы... Пусто. Сейчас мы их тут... Бляха, гранаты! Как гранатами пользоваться? На Г? Ой, на Г я выбросил оружие. Так, еще кто-то живой, да? А, да ладно, вот здесь в этой машине, короче, где радиация. Тут схрон какой-то. А я хотел тогда подойти же. Помните, да? Посмотреть там. Буду я еще на тебя патроны тратить. Недостоин. Гнида. Так, погоди, давай-ка, может, поменяем, короче, оружие. Может, меня наклинит, потому что оно у меня изношено. Разрядить, выбросить. Все хорошо. Все хорошо. Так, окей. Здесь у нас радиация. Где-то... Ну-ка, быстро. Где ящик? Ух ты! Ух ты! Какая-то супер-пупер аптечка, погоди-ка. Так, радиацию, оп. Угу. Какая-то крутая аптечка взял. Армейская аптечка. Специализированный медицинский набор для борьбы с физическими повреждениями и кровотечением. В него входят компоненты для ускорения... И что удумала-то? Пока читаю тут. Так, в него входит компонента для ускорения свертывания крови, обезболивающие, антибиотики и иммунные стимуляторы. Окей. Так, что у нас тут? Ну, в принципе, поблизости больше ничего нет. У нас дальше идет свалка. Свалка, короче, и потом идет нифига тут встретиться с кротом, взять у крота информацию, украсть документы. Ну, в принципе, это все недалеко у нас, куда по спецзаданиям, да? Поэтому... Направляемся вот сюда. Это что, не агропром? Окей, мы там не были, кстати. Окей, идем, короче. Рюкзак сталкера в автобусе. Угу. Идем, короче, прямиком к... Хера, она там жрет сталкера. Ёпта! Бандюгяни! Вали актив?
Так, ладно. Блин, они далеко. Далеко, далеко, далеко. Так, погоди, а если с пистолета? Мы, кстати, пистолет не проверяли. О, ништяк! Окей. Где там второй? Ништяк! Пекаль-то мочит. Так, ладно, гадюку пока не будем тратить. Так, где он там? Гадюку пока не будем тратить, короче, тогда, да? С пекалем походим. Неплохо, в принципе. Так, аптечек неплохо понабирали. Окей. Так. Журнал какой-то. Ух ты, личные заметки. Дальняя вылазка, первое впечатление. Так, отправились в первую дальнюю вылазку по зоне, в бывший неагропром, за документами военной экспедиции. Вместе с заданием услышал информацию торговца. Больше похоже на легенду о местности где-то на севере, по пути к центру зоны, где мозги закипают. Принимая тот факт, что с головой у меня явно не все в порядке, надо к этой теме присмотреться и народ поспрашивать. Чем черт не шутит? А может, я там тоже бывал? Да еще торговец узнал информацию, что как раз стрелок эту местность вроде бы научился проходить. И торговцы хотят узнать как. Для чего им это нужно, понятно. Хотя доступ к нетронутым. Полям артефактов получить. Ну что ж, я готов к сотрудничеству, окей. Торговец не подвел, я ему благодарен. Дал в руки нить в плане поиска стрелка. А именно наводку на сталкера попробует еще Лис. Он тут рядом засветился, просит о помощи. Сергеевич думает, что он знает стрелка. Окей. Встретился с Лисом. О. Есть две новости. Одна плохая, о стрелке он знает мало. Другая хорошая. Я получил информацию, что его брат Серым кличут. Знает о стрелке больше. Серый, я так понял, в километрах в двух на север. Где-то среди свалки радиоактивных отходов в ангаре. Так что задача понятна. Успеть с ним встретиться, пока он не перебрался в другое место. Окей. Так, встреча с Серым. Надежда, все бы... Че ты там тявкаешь? Так. Надежда, все быстро узнать о стрелке рушится. Информация Серого не более чем отсылает меня к сталкеру по прозвищу Крот, который вроде бы знает место расположения тайника группы стрелка. Впрочем, если информация подтвердится, то тайник — это уже что-то материальное. Глядишь, там найду действительно полезную информацию. В смысле, я с Серым уже встречался? Это что, тот, короче, который... Я же помогал тогда в этом, в ангаре стрелиться от бандюгов. И вроде как да. Получается, Серым я заранее, короче, встретился. Так, шавка. Шавка, мать твою! Ты где? Давай я тебя убью, чтоб ты здесь не мешалась, ладно? Окей. Так, давайте здесь скинем, короче. Здесь у нас будет... Ни хрена, я такой толстый, что не могу, короче, забраться по лестнице. Так, здесь я буду хранить, короче, для этого автомата. Вот этот автомат, короче, и патроны для него всякие. Вот. Так. Ну и, наверное... Погоди, надо, короче, запомнить, не забыть, короче, где мои тайники находятся. У меня три тайника. Один, короче, у Сидоровича, один здесь... И один, короче, на свалке, вот. Так что давай-ка я сделаю так. Пять. Чтобы везде какой-то был припас, если что, да? Логично? Логично. Так. Ну и, в принципе, наверное, все, да? Я как раз место освободил. Хорошо.
как накопится патронов нормально, нормульно, то возьму тут автомат, короче, и буду с ним ходить. Думаю так. Думаю, поступлю так. Но здесь, конечно, я появился вообще люто. Просто с этими бандюганами за спиной. И я надеюсь, что военные, короче, на том блокпосту защитит стоянку сталкеров на свалке от нападения бандитов. Да ладно, опять что ли? Снова опять? Защитит стоянку. Да ну. Окей. Давай-ка вот. А! Это как раз вот этот. Тот. Где серый, короче, да? Так, нужно автобус найти. Я теперь могу, в принципе, бегать. Так, автобус. Автобус. Ёпта, карта. Ты чё бесишься? Мастер. А, он на самой свалке получается, да? Окей. Чё там, ящички-то не появились, ещё не восстановились? С патрончиками-то. Эй, здорово, народ. Так, убери оружие. Да, хорош тебе. Я свой, ты чё? Опа. Это я заберу. Опа. Вот это ништяк. Вот это хорошо. Давай-ка я вот так вот сделаю. Вот такое знает кто? Привет. Эдик Шип. Здорово. Так, 5. Давай-ка тебе что-нибудь продадим, нет? Вдруг старая куличик. Говорит молодому. Тихонько иди вон к тому дереву. Головастик на цыпочках пополз, аж вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? А бывалый как завопит радостно. Во, я же говорил, брешут, что тут аномалия. Нормуль. Ух ты, а, это мое. Говорю, ух ты, это мое. Короче, ладно, окей. Патронов пока для него, короче, у меня не копилось нормально. Ну, в принципе, здесь 219. И в том тайнике тоже сколько-то там, да? Ладно, пускай копится. Спецназ. В любом случае. Хотя... Ну вот эта точность получше. Повреждение. Вот послушайте, мужики. Но скорострельность он и удобству, короче, уступает. Ладно, пускай он здесь у меня лежит. Так, где тут автобус? Леха мертвый с бутылкой водки. Так и умер с бутылкой водки. Окей. Так, автобус, вон, наверное, автобус. Обычный автобус. И все как обычно. Кто спорит о чем-то? Кто просто сидит? Все что? Ну ладно. Я думал, сейчас песенку спою. Так. Где тут? О. Ну, неплохо, слушай. Аптечки тоже хорошо. Аптечки и это все хорошо. Так, схрон в металлоломе. На кучу мусора в трубе положил хабар. Хорошо. Так, ну, отправимся уже, наверное, в следующей серии. Давайте, как обычно, пока на нас здесь присядем. Вот. И отправимся уже. Так, отправимся на... дальше искать тайники, да, и поможем свалку отбить. И отправимся уже к агропрому туда. Вот. Опять по одну музычку заканчиваем у костра. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.